Ну что ж, ява наша готова. Тут у меня немножко завал, тут еще у меня Урал готов. Ява тоже готова. Цилиндры я помыл. Кстати, хочу вот остановиться на цилиндрах. Когда забираете с росточки, всегда цилиндры мойте. Какие бы они красивые не были, обычно люди ведутся на то, что они такие масляные, там, чистые. Это может быть просто ханинговальное масло, и в нем будет абразив. Обязательно после росточки тщательно промойте цилиндр, все каналы. Вот, ну, собственно, эти цилиндры я расточил вот под эти красивые, как я говорил, чехословацкие поршни. Зазор я сделал 6 соток. 6 соток это самое то, что надо. Вот так, как должен, поршень опускается. Пау. Плавненько. Нигде не заедает. Сейчас покажу еще сам цилиндр. Не знаю, видно, не видно. GoPro близко не снимает, но хороший чистый хон. Цилиндр, в принципе, имеет хорошую зеркальную поверхность. Ну, я имею в плане то, что чистота хорошая. И в то же время хорошая сетка на гильзе, которая необходима как раз таки для удерживания масла. Конечно, это необычно, вот я смотрю на каналы, очень кривые каналы. Вроде ява, вроде оригинальный цилиндр, но такие тут ступени жуткие. Я вам хочу сказать, ого-го. Тут, конечно, есть где разгуляться шарошкой. И прежде всего, если вы хотите делать какой-то тюнинг, то, конечно, начните вот с доработки каналов. Все ступеньки надо убрать, сделать, чтобы каналы были ровные, чтобы нигде ничего не выступало. Ну вот и все. Цилиндры готовы. Теперь это, наверное, будет супер-пупер ява. Не знаю, опять же, собираю не я. Надеюсь, что человек соберет это все хорошо, аккуратно. Так, вот сейчас у меня индикатор выставлен на зазор рабочий. То есть замерен диаметр поршня и по нему выставлен индикатор. Вот зазор показывает 6 соток. Причем 6 соток по всему цилиндру ровненько. Так, и низ. То же самое. 6 соток. 6 соток. 6 соток. 6 соток. Вот так вот должен выглядеть хорошо расточенный, правильно расточенный цилиндр и хорошая качественная поршневая с хорошими поршнями. Такая поршневая будет ходить, и будет ходить не меньше, чем оригинальная. Единственное, что, конечно, плохо, это то, что кольца как были, сколько лет назад яву делали, как они были чугунные, так они чугунные остались. То есть не делают на яву хромированных колец, не знаю, не видел. Если это как бы вот самые качественные, то, конечно, я думаю, с хромом колец нереально увидеть. Ну, собственно, никому это и не надо, зачем уже тут продлять ресурс таким старичкам, пусть, в принципе, им главное хотя бы, чтобы они заводились, ездили. Еще, кстати, хочу рассказать про один тюнинг. Вот эти колечки чугунные, с них как бы желательно, вот с острых краев, которые работают по цилиндру, снять фасочку. Вот эта фасочка даст как бы с одной стороны вам немножко сужение кольца, то есть сужение, уменьшение его трущейся поверхности. То есть получается, что как бы вы таким образом немножко искусственно уменьшаете толщину кольца и, соответственно, уменьшаете потери на трение.
Ну и кольцо, как бы, с другой стороны, вот этих острых кромок не будет. То есть меньше будет драть по цилиндру. Ну, драть не знаю, драть не драть, но в одной статье видел, что специально проводили опыты, и как бы кольцо с такими фасочками намного лучше работает. Ну и все импортные кольца имеют фасочки. То есть это не то, что я придумал, а это просто вот эта такая старая конструкция, старая, древняя, это моторы 60-х годов. То есть никаких современных изысков в них нету. Поэтому, если вы хотите как бы сделать качественно, то лучше вот такую сделать простую, но полезную доработку. Взять просто мелкий надфиль и аккуратненько снять фасочку. Не знаю, я не понимаю... Не понимаю людей, которые тюнят ушатанные моторы, вот эти ушатанные явы. Ну, блин, запчастей на них, ну, есть, в принципе, но не знаю, я не понимаю. Я не понимаю. То есть, рациональный, разумный тюнинг, да, я согласен. То есть, можно, например, здесь поправить каналы, убрать вот эти все неровности, нестыковки. Это как бы просто облегчит работу мотору. То есть, облегчит ему жизнь, и все. Но вот уже изменения, там степень сжатия, там и прочее, там карбюраторы, резонаторы. Не знаю, не станет Ява все равно спортбайком. Не станет. Все. Моя задача, вот то, что я как бы перед собой цель вижу, это именно качественные комплектующие, качественная работа, расточка, там ремонт вала, чтобы это все было сделано именно грамотно, аккуратно, то это самое главное, от чего зависит ресурс двигателя и его надежность. Все, и он будет жить, будет радовать. Все, всем пока, до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, пофигу что, ставьте, потому что от этого зависит рейтинг видео и как можно больше людей его увидят.